Метод 369. Тот, кто хотел бы попробовать этот меняющий жизнь метод на себе, должен слушать очень внимательно. Число 3 в начале относится к тому, что ты сначала подумай о трех желаниях и тщательно сформулируй их. Важно формулировать свои цели так, как будто ты их уже достиг. Поэтому вместо того, чтобы говорить себе «я хочу быть доволен своей жизнью», мудрее будет сказать «я доволен своей жизнью». Другими целями могут быть «я нашел работу своей мечты», «я накопил достаточно денег» или «я нахожусь в счастливых отношениях». После того, как ты нашел для себя 3 соответствующие аффирмации, теперь важно их интернализировать. Именно здесь в игру вступает число 6. Это число относится к повторению аффирмации 6 раз в день. Однако важно не пробормотать эти слова бесстрастно и небрежно, а действительно сформулировать их с акцентом и убеждением. Наконец, в метод включена последняя цифра, число 9. Соответственно, нужно всегда повторять свои мантры в течение 9 секунд за один раз. Идея этой формы самопознания заключается в том, что ты записываешь собственные цели с разной частотой. Например, 3 раза утром, 6 раз днем и 9 раз вечером.